От пристани в лесопарке транспортные полицейские едут в сторону Кремля. Первых нарушителей заметили издалека. Мужчины зашли в реку, чтобы порыбачить, а это делать запрещено, когда идет нерест. Сейчас какой период у нас? 10 июня. Что? В воду не заходить. Нерестовый период, да? Ловить только с берега на одну удочку. На первый раз предупреждение. В следующий могут составить протокол. Ловить рыбу с лодки тоже запрещено, поэтому транспортные полицейские проверяют все плавсредства. Я ничего не ловлю, я катаюсь. А, просто катаюсь. Ну, я мотор купил, да, попробую. А какой? Какой? 3,5. 3,5. Ну и как? Ну так, не дряки, конечно. Нерест закончится 10 июня, а пока всем, кто приезжает рыбачить, нужно соблюдать определенные правила. Рыбу можно ловить только на одну удочку с берега. Запрещена ловля с лодки, с мостов, спиннингами. Одного из браконьеров в Спасском районе помогли задержать местные жители. Мужчина приехал на отдых в свой дачный дом в село Малые Гулынки. Привез лодку из сети. Запрещенные снасти он поставил на ночь. На утро мужчина на лодке вышел на середину реки, вытащил сети с рыбой и собрался погрузить улов в автомобиль. За этим занятием его и задержали полицейские. Полицейские изъяли резиновую лодку, сети и незаконную добычу – рыбу промысловых пород. На момент задержания злоумышленник успел добыть более 10 килограммов рыбы. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса, по которой предусмотрен штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».